Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Итак, сегодня у нас продолжение нашей карьеры за Зенит. Сегодня у нас два матча, так как вы не набрали 15 лайков под прошлым видеороликом, поэтому все от вас же зависит, друзья. Поставьте обязательно лайк этому видеоролику, напишите какой-нибудь комментарий, чтобы наш ролик продвигался дальше. Ну и, конечно же, оформите подписочку на канал. Итак, сегодня у нас матч против Динамо, домашний и выездной против Краснодара. Итак, мы будем с вами немного, конечно, вливать новых игроков в наш состав, потому что не надо сразу все-таки этого делать. Итак, у нас сейчас командный дух 80, а если мы там, например, Шамуродова или Чала выпускаем, он уже становится ниже. Так что мы будем играть именно этими игроками. Давайте я даже Асори вот так возьму вместо голкипера. Вот. Мы будем играть именно этими игроками, которые сейчас на вашем экране в стартовом составе. Но иногда будем, да, замены, естественно, процедить и потихоньку выливать наших новых вот игроков. Это Шамуродова и Чалова. Посмотрим. Итак, сейчас у нас еще и домашняя игра против Динамо. Мы идем на первой строчке. У нас после двух туров 6 очков, так же как у Спартака и у ЦСКА. А Динамо идут на шестой строчке. У них всего лишь одна победа за эти два тура. Ну что же, стартовый состав на вашем экране, поехали. Итак, замечательный стадион «Газпром-Арена» принимает сегодня футбольный клуб «Динамо». И мы готовы сегодня к третьей победе подряд в чемпионате России. Это матч очень принципиальный, можно сказать, потому что на самом деле выездная игра недавно была у «Зенита» как раз на стадион «Веб-Арена». Динамо Москве они приезжали и проиграли со счетом 1-0, поэтому всегда матчи против Динамо у нас кажутся трудными. Итак, Зенит Динамо, очередной тур чемпионата России, поехали. Видит Дзюбу, неплохо на него отыграл. А Артем Дзюба с мячом пробивает, но во внутреннюю, точнее во внешнюю, да, сетку пробивает. Очень хорошо сейчас Зенит попытался, конечно, на эту атаку. Долго Дзюба здесь пока принял мяч, пока толкнул соперника, добежал до мяча. Вот и угол стал еще меньше, поэтому труднее стало пробивать. Дзюба. И не дает Азмуну пробить, но Азмун забивает. Отлично, это 1-0, 40-я минута. И Сердар Азмун открывает счет в сегодняшнем матче, 40-я минута. Магомеду Азову не получилось сейчас пройти дальше с мячом, пробить. Здесь Дзюба очень хорошо, так сказать, в стеночку они отыграли. Ну и Азмун замечательно получает этот мяч. Причем он-то как раз и без офсайда был. Из-под защитника выбежал и забивает в нижний угол ворот. И мы поздравляем Азмуна с его очередным забитым голом в этом сезоне. Ну все, мы уходим на перерыв со счетом 1-0. Заканчивается у нас первый тайм. Ни одного удара не смогли нанести игроки из столицы. Я даже не знаю, кого здесь выпускать. Мостового пробовать, потому что не падает при нем рейтинг. При Регоне падает. При Чалове, я не знаю, будет ли падать так. При Чалове. Давайте поиграет пусть еще Азмун. Тяжело, конечно, какие-то еще делать замены. Давайте так и оставим одну замену всего лишь. После первого тайма Дриуси заменен. Выходит вместо него Мостовой. Опасный момент. Входит в штрафную. Подача! Дуглас Сантос тоже не успевает накрыть. И потащил Андрей Лунев даже с вот этим вот небольшим рикошетом. Тактику. Ну и мы из атакующей ушли. Малкам! Но нет, Шунин не дает забиться сейчас второму мячу в свои ворота. И снова вот Азмун дважды сейчас в такой ситуации вот потерял мяч. Дзюба. И Дзюба забивает. Это 2-0, 85-я минута. Артем Дзюба увеличивает сейчас преимущество Зенита. И отлично. Более уверенно сейчас кажется игра команды Санкт-Петербурга. Все-таки, да, еще и играют дома. Поэтому вот сейчас очень хорошо здесь получилось отобрать. Это вроде Аздоев, да. Запрессинговал, отдал передачу на Дзюбу. Ну и Дзюба
вторым касанием пробивает за штрафной дальним ударом. Так что сегодня у нас наши два нападающих как раз и забивают. И все. Уверенная победа «Зенита» над «Динамо». Мы обыграли их со счетом 2-0. Забивали сегодня Сердар Азмун. Причем оба игрока забили за 5 минут до конца каждого тайма. Это, ну, так вот заметил я. Азмун и Дзюба по одному голу записывают для себя в копилочку. И мы видели, как игроки «Зенита» сейчас благодарили болельщиков за то, что поддерживали команду по ходу всей игры. Ну и вот, лучшим игроком является сегодня Артем Дзюба. Хотя у них с Азмуном и Аздоевым по 7-5. Вот, ну как-то странно, ладно. Но Дзюба признан игроком матча. Ну что же, даже то, что «Зенит» победил в 3 тура подряд, «Зенит» падает со второй строчки на третью, я так понял, либо с первой на третью, вроде с первой, мы были же на первой, из-за голов, естественно, потому что мы мало, можно так сказать, забили. По разнице мячей сейчас у «Зенита» плюс 4, а у ЦСКА и «Спартака» по плюс 5. Но «Зенит» является одной из команд, которая еще и не пропустила. Таких всего лишь команд 2, это «Зенит» и «Спартак». Вот такие вот результаты. Итак, у нас переговоры, в мою команду приходит сообщение, давайте мы сейчас глянем. По кому? Вахания. Получено предложение аренды. Так, ну вроде же и выставляли, правильно? Да, он у нас в списке аренды. На 6 месяцев хотят, да, ну без проблем, на 6 такая дадим. Но за 176. За 176 плюс 45 тысяч евро мы добавим. И все на этом. Итак, сегодня у нас объявление состава национальных сборных. Где же это можно посмотреть? Вот, вот здесь, наверное. Нет. Вот, в национальную сборную сегодня у нас вызваны вот такие вот интересные ребята. Ловрен в сборную Хорватии, Ракицкий в Украину, Аздоев, Дзюба, Лунев, Чалов в сборную России, Азмун в Иран, Бариус в Колумбию, Осорио в Венесуэлу и Эльдор Шамуродов в Узбекистан. По невключенным игрокам состав тоже у нас нет, но и вот выходы игроков тоже. Кому интересно, можно чуть вот так вот даже. Здесь у нас еще есть Васютин, Стормин, Щетинин. Все, так мы посмотрели. Ну и теперь сообщение «Вызов в национальную сборную». И мы перемещаемся уже к матчу с Краснодаром на выезде. Итак, у нас кат-сцена, очередное открытие лиги, глава 3. Знаете, эта серия побед с начала сезона стала для нас рекордной за все время. Правда же, мы сможем победить и больше 3 раз подряд. Но это вопрос был. Конечно, добиваться побед — это наша работа. Ну вот, то есть 3 победы подряд, что ли, никогда не было у «Зенита» на старте. Странно как-то. Говорят, что вот Шамуродов великолепно играет. Ну, я не знаю, Краснодар все-таки тоже серьезный соперник, но его сейчас даже нет в топ-10 команд чемпионата России, поэтому я даже не знаю. Может быть, стоит ротировать немного состав. Например, я выпустил бы вместо Аздоева Ерохина, тоже вот как бы посмотреть. Ну и вместо, даже не знаю, вместо Азмуна давайте выпущу Шамуродова, у нас будет 2 таких. Хотя вот тоже, зачем мне 2 сейчас таких нападающих, если я могу вот, да, Чалов, серьезно, даже Чалов получше будет смотреть, да, Чалов будет получше смотреться, чем Шамуродов, нам говорят, по командному духу. Ну давайте тоже посмотрим, но здесь уже падает, да, поэтому, ну вот так вот, 2 заменки такие мы провели до матча, Ерохин и Чалов сегодня выйдут в старте, посмотрим, как они отыграют. Выездная игра города сегодня на воротах, а не Сафонов, надеюсь, нам это будет на руку. Поехали. Итак, замечательный стадион Краснодар-Арена, вроде так называется, ну, Краснодар-Стадиум. 4-й тур у нас чемпионата России, мы идем пока что без поражений, как нам сказал наш президент, либо руководство клуба. Это было наше самое, ну, историческое причем событие, потому что ни разу 3 победы подряд походу не было у «Зенита» на старте, раз нам так сказали. Но мы сегодня готовы к тому, чтобы сделать 4 победы подряд. Так, мы видим, что Краснодар идет в атакующую тактику, так и мы тоже пойдем. Дзюба. Началова. Чалов пробивает.
Но здесь, кстати, к Малкому отлично мог мяч отлететь, но нет. Игроки Краснодара. А вот такую лазеечку они тут нам оставили. Дзюба! Нет, не забивает Артем. С левой ноги все-таки тоже тяжело было. Мог бы и под правую подстроиться, но нет. Угловой Ракитский подает. Ну, Городов отбивает. Но это еще очередная, может быть, сейчас подача от Ярослава Ракитского. Подача и Малком забивает. Отлично. И это 1-0 на 17-й минуте. Вот так вот разыграли угловой, можно так сказать. Со второй попытки подача Ярослава Ракитского прошла. И мы забиваем. Малком тоже со второй попытки, причем смог забить. Первый во вратаря прям пошел удар. Ракитский, естественно, хорошо здесь подобрал. Еще и в подкате, причем навешивал. С левой ноги не получилось у Малкома с первой попытки, но со второй, с левой тоже он наконец-то забивает. Это 1-0. Мы выходим вперед на выезде. И мы стремимся к четвертой победе подряд. Вообще, мне кажется, стоит Зениту стремиться к тому, чтобы вообще не проигрывать ни один матч. Хотя вот у нас в первых выпусках практически мы могли потерять очки, в ничью там сыграть на последних минутах. Но на последних минутах мы вырвали победу. Поэтому мы до сих пор, можно сказать так, делим первую строчку с командами вот ЦСКА и Спартак. На Дзюбу как-то так неудачно отдает, конечно. Ерохин. Дзюба на Чалова. И Чалов забивает. Это вроде первый гол. Первый гол Федора Чалова в составе Зенита. Мы тоже его поздравляем. Но здесь Дзюба действительно по-капитански, все-таки по-отцовски, можно сказать, сыграл. Но здесь Ерохин тоже увидел, что Дзюба не был ни в каком офсайде. Но здесь Чалов тоже хорошо понял, что его сразу не будут прессинговать сейчас. Обработал даже мяч. Ну и Дзюба записывает на себя голевую передачу. Федор Чалов забивает свой первый гол за «Зенит» в чемпионате России. Ну, Шамуродов забил за «Зенит» раньше, но он все-таки в кубке забил. Здесь все-таки Чалов забивает серьезному сопернику Краснодару. В тот момент, как Шамуродов забил не более серьезно, но все равно в дополнительное время Уфе он забил. Пока что мы за 3 тура ни одного мяча не пропустили. И Дзюба был близок сейчас. Чалов, можно сказать, отдает ему должок свой. Но Дзюба не получается ему забить сегодня мяч. Чалов отлично отдает на Шамуродова. Шамуродов не забивает сейчас. Это будет угловой удар. Выход 1 на 1 сейчас все сделал уже для него Чалов. Но Чалов сейчас мог бы и раскрыться для Шамуродова. Тоже как ассистент. Тут уже Азмун. Шамуродов отдает обратно на Азмуна. Азмун! Но нет, здесь его удар Спахич перехватывает. И будет очередной угловой. Ракитский сегодня уже хорошо подал. Но не угловой, можно так сказать. А вот и Сантос. И какой голешник забивает Дуглас Сантос. 77-я минута. Жирков, скорее всего, его научил, когда вот Спартаку забивал. Также практически сейчас Дуглас Сантос решил влупить и в дальнюю девятку, если я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим. Барри здесь хорошо скинул на свободного партнера, на Сантоса, и тот из-за штрафной. Ну, очень мощный удар, а. Вы просто посмотрите на это. Барриос аккуратно сбрасывает. И Сантос третьим касанием пробивает. Вот это пушка, а. Городов не был готов к такому удару. И 3-0 мы впервые в чемпионате выигрываем сейчас 3-0. Было такое в Лиге Чемпионов. Мы тоже на выезде, причем Young Boys обыграли. Но вот здесь очень классная игра команды. Запорол ее. Опасный момент и не забивает, все равно не забивает капитан Краснодара, кто сейчас там с капитанской повязкой. Газинский. Газинский не забивает. Вынос от Городова и все. Арбитр фиксирует разгромную победу Зенита над Краснодаром на выезде. Малком, Чалов и Дуглас Сантос сегодня забивали, друзья. Поздравляю всех с замечательной этой победой. Четвертая победа у нас подряд в чемпионате России.
Вот, статистика на ваших экранах. Лучшим игроком стал Федор Чалов, причем поздравляем его. Ну и сегодня вот 3-0 мы победили. И на какой же строчке? Мы на второй. Спартак проиграл кому-то, это я не заметил. И мы сравнялись с ЦСКА. И мы являемся сейчас единственной, друзья, командой, кто за 4 тура не пропустил еще ни одного мяча. Вот такие вот дела. Ну и все, друзья, на этом мы сейчас будем заканчивать наш выпуск. Дальше все, друзья, в ваших руках. Если вы набираете 15 лайков под этим видеороликом, то у нас будет целых 3 матча за следующий выпуск. Это матч против Тамбова, это матч против Баварии, это матч против Казанского Рубина. Но здесь у нас переговоры, давайте мы еще глянем, для кого все-таки эти предложения. Наверное, все-таки для Вахании, да, они согласны, там, но чуть пониже стоимость аренды все-таки, но мы соглашаемся, так уж и быть. Все, никаких больше предложений здесь нету. Дальше тоже. Только матч. Все, друзья, спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, на мой новый игровой еще канал. Канал РНТ, ссылочка есть в описании. Ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.